все будет сниматься. Любая оценку, которую вы не захотите получить, вы можете просто показать. Эй, гирю положи, еще ударишь кого-нибудь. Дистанция километр построили. Километр. Хотел провести в понедельник, но еще чуть-чуть, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Значит, хотел провести в понедельник, но раз министерство сказало нет, значит нет. Потому что ходили проверять. А мне это надо? Нет. Вам это надо? Да. Нет. Вам это надо? Да. Значит, 10 класс, 11, 12, вы сегодня сдаете контрольные нормативы, которые идут у вас, Андрей, которые идут у вас в зачет, культура физика, специализация, оценка вниз, делится пополам, идет в оценку. Ну, что сказать, я хочу, чтобы вы сказали, все на 11 выполнили. Значит, вы сейчас разминаетесь, после этого мы сдаем, я скажу порядок. Вы знаете, да, у нас кулаки вперед, броски, 1 минута 25 раз, и перевороты на борцовском мосту. Перевороты на борцовском мосту я писал специально, то есть здесь люди, которые немного отпеливаются, я им это даю, они это не делают, и ставлю кулаки. И все. Это чисто такое профессиональное. А что это сами у нас? Сами. Вот это? Это для клиентов. Я думаю, мы ждем князь подписать. Но на таких санях, я думаю, он друга далеко не уедет. Значит, что мы делаем? Дальше. Все это должно фиксироваться на видео и на фотографии. В конце, после учета, вы все становитесь. Вместе со мной видите, мы фотографируем каждый. Все победители в этой гонке. Каждый самостоятельно, кимоно, вот, и вот, и плюс еще со мной, ну и в маске надо взять. Значит, все, аллерия, дрец, стоп, пожалуйста, разомнитесь, все, пошли. Передаю привет центру смотри. Вот сейчас, вот отсюда, потом передавайте. Смотрите, Валерия смотрит. Валерия, привет. Не, близко не подходите, вот от середины, вот отсюда передавайте привет. Родным, близким, очень. На чемпионате мира. Армия. Нет. Я говорю, что вот мы применили. Это скрытая реклама. Нам платили. Так, а я сейчас беру документы. Вика, вам сто раз капочка вам так нельзя. Сто раз капочка не забывайте. Так,
Анатольевич, так как надо ходит. Да. А как надо? Ну, есть такая функция в Рязани. Не поставите нам на счет, мы скажем, все как есть. А, кстати, вы делим даже в масках. Значит, две вещи.
большой банк. Я вам даже могу подсказать, как это меньше выйдет. Одну на не в банке стеклянной, а в пакете. Тогда только не надо нести мне это, как его, белые тапочки. Коньяк. Самогон. Самогон. Да, вот руки, да, да. Да. Мне девочка, папа девочке подарил 10 лет назад 3 бутылки самогона. Я говорю, зачем, я же не пью. Вот пригодится. Вот пригодилось. Горло помыть. Вот сейчас скажу. Хожу, сейчас руки вот вытираю. Так. Ну что? Вы уже размялись. Я вас прошу, сделайте акробатику. Раз, два. Да, с этой стороны, что ты их не убьешь. И Андрюха с этой стороны. Девочки, вы здесь. Там два и здесь два. Да. И если вдруг будет тренировки онлайн, значит, я ваши телефоны возьму, и вы будете смотреть, что я вам там. Ну, например, я скажу, например, на первое. Первое упражнение – это скотч. На второе – гуляш по коридору. На третье – отбивные по почкам. Вот. Вы должны написать, что да, вы вышли, прочитали. И постарались сделать. Ну, я думаю, до 10 января, после 10 января как раз. Ниночка, Нина. С той стороны за Викой. Тут два мальчика, там две девочки. Вика, делай, Нина, подожди. Ниночка, подожди. Шендря, не надо к Вике близко. Значит так. Новая методика по системе тренера. А я тебя не вижу, мать, сраня мать. Да, 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 да. По методике служебного тренера Республики Молдова и Сергея Шестопротовка, его коллеги Саша. Мы пришли к такому решению. Лучшие тренера года. Лучшие тренера года. Они будут прочие тренера. Фанаты. Значит так. Вот сюда становится. Сейчас я так, чтобы его видел. Сырбу. Вот сюда на колени. Ну, потому что ты высокий. Садись. Просто сядь и все, не стоит так, а то это. Сырбу, Андрей. Значит, вижу он. А у меня его даже нет. Спасибо. Подготовились. Сырбу, Андрей. Общая оценка 10. Значит, спасибо, можно идти помочь? Не-не-не, еще фотографироваться. А потом, пожалуйста. Общая оценка 10. Значит, это складывается. Три оценки. 10. Ушел. А я что, не знаю? Вискун. О, опять его. А, нет, есть рядом. Садись. Вот так. Поклонись тренеру. О, так. Видите, как красиво кланяется? Общая оценка 10. Ну ты, Денис, машина 5 километров прыгнул. Да. Так. Более, Даниил. Более. Болел, садись, болел, хыни поганая, пропускал.
Андрея, у тебя все-таки показатели чуть хуже. Я тебе ставлю 9. Ты согласен? Хорошо. Хорошо. Все. Сашенька, все, можешь. Воля. Воля Александр. Общая оценка 9. Дима, как ты ушел? Я не буду им ставить до 10 января оценку. Так, дальше. А я 2 написал. Так, Спуна, Казак Иван. Ванюш. Угу. Присядь. Просто присядь и все. Значит так, ты у нас новичок. Кувырок у тебя оценка где-то 6-7. Броски ты можешь сделать 8-9. И перевороты вряд ли ты сделаешь. Я тебе ставлю общую оценку 7. Если не согласен, то можешь какое-то упражнение любое сделать. А может выше. Согласен, да? Хорошо. Так. Так. А бабе дан. Так. Ну, угу. Так, тебе оценка 9. Вот потому что ты со мной споришь, кыни поганая. Вот сказал, да, слушаюсь, тренер, ты спорить начал. Правильно, минус 1 балл. Как ты, Денис, согласен? Друг, ты согласен или нет? Нет. А сырбу? Он заслуживает? Девятки. А он же с тренером спорит. Прощаю. Молодец, умница. 10. Садись. Я специально подготовился. Я знал, что он мне скажет. Так, это кто у меня? Да. Я бы тебе все равно 10 поставил. Но я тебе дернул чуть-чуть. Еще раз. С папой, со вторым папой нельзя. Сказал, да. А после ты подходишь после экзамена и говоришь, почему? Или, например, я тебе говорю, Дима, тогда ты думаешь, смотри, думаешь и говоришь, Леонид Анатольевич, можно какое-то упражнение сделать, чтобы оценка была выше? Нет, хорошо, да? Все. Так, кто у нас? О, Дан Шендра. Значит, да. По сравнению с прошлым годом, ты не набор. Молодец, ты стал больше ходить, больше работать. И... Ну, 10 я не могу тебе поставить. Хорошо. И 9 не могу. Хорошо. И 8 не могу. Хорошо, 9. Все, девятка. Это у нас Шендра, да. Девятка. Так. Дальше совершенно. Бытка. Александр. Садитесь, Александр. Значит, что тебе, Александр? Молодец, ты мне нравится. Ты врешь и не краснеешь. Вот это мне хорошее качество. Я очень краснею. Краснею, да? Ну, я не могу тебе поставить 9. Да? Хорошо. На 8 согласен. Поставьте 10 тогда. Но давай с таким условием, что следующие полгода ты не пропускаешь, хорошо? И твоя задача, смотри, сейчас тяжело что-то выиграть по борьбе, но есть такое, что вот проводится соревнование, например, есть жим-лежа. Вот мне хотелось бы, чтобы ты сделал 100 килограмм. Вот ты делаешь там раз, пошел, и 3 подхода там по 3-4 раза, по 5, сделал жим-лежа, там по 50 килограмм, потом по чуть 60, 70, чтобы в конце года ты взял эстоник. Хорошо? Все, договорились. Значит, оценочка тебе. Это у нас Саня. Так. Так. Ну что, девчонки, садитесь тогда вместе. Кто? Боля все. Боля все. Ближе чуть-чуть. Викуля чуть-чуть ближе. Вот так. Значит, что, девчонки? Ох, я с вами помучился. Пока вас
Значит, один балл с вас снимаю и отдаю Сырву, потому что только благодаря ему вы ходите. Что вы смотрите? Он ходит, вас уговаривает. Этот, когда работает с вами, то вам нравится, правильно? И Вискун хорошо работает. Вот балл, значит, хотел поставить 7, один балл Сырву, один им, значит, пятерка. Что будете показывать? Опять спорят. Это по 6 получается, студент, что вот 7, 7, и по одному баллу. По 6. Но я Ване поставил 7, а им поставлю 7. Как-то нечестно. Ну какой, как я могу? 5? 6. Могу 4 поставить. Вы сказали, что у них вообще сначала 7. 6, да. По одному баллу мне единицу, вот один от Нина, мне ага. Один от Вики, единицу и 6 остается. Девочки согласны? Все, девочки, я понял. Значит, ну больше семерки не могу вам поставить. Но давайте договоримся так. Вам это надо со следующего по полгода. Вам нужно подготовиться, подготовиться. Вот вас похвалили, вы сдали культура физика, вот не зря мы здесь чуть-чуть работали. Отжимания вы сдали хорошо, это вы сдали хорошо. То есть вы молодцы. То есть вот тут и моя заслуга чуть-чуть есть. Там у вас хорошая оценка. Так. Нина, ты сможешь ее перепрыгнуть? Вот так, никого. Никогда. Готовку можете? Кого? Перепрыгнуть. Кого? Нет. И не надо. Еще раз. Девочки, это вам нужно для будущей жизни. Вы видите, какая обстановка? Сейчас нет физической нагрузки, дома сидят. Извините, вот с такой попой сидеть и ничего не делать, это подохнешь. К того ковид. Поэтому вы должны все время стараться ходить где-то этот. Значит, все, уходите, садитесь. Так, Ваня, ну я не могу тебе поставить 7, потому что если я ставлю 7 девочкам, а ты ходил хорошо, работал, пахал, значит я тебе ставлю 8. Ты согласен? Нет, да? А, согласен. Хорошо, что я не поставил. Так, значит, сейчас, какой по домам, вы что? Я же сказал, мне нужно фотографию сделать. Значит, что, посмотрите, так, все, это я выключу.